что ж, мы в ресторане винотека, так сказать, который называется Фрида. Вот это Фрида. Тут подают вино и легкую закуску. Посмотрим, что мы заказали. Так, ну мы заказали красное сухое. Вроде бы французское сказали. Если на фоне этой чудесной музыки меня слышно хорошо. Короче, французское красное сухое. Неплохое вино. Бутылочка в ресторанчике Фриди вам обойдется 109 шекелей. Так, ну и на каждой бутылке можно увидеть цены в шекелях. То есть, если вы видите 160 шекелей, как, например, на этой бутылке, вместо 179 – 159, вы получаете где-то за 40 евро бутылку. Я вам сейчас покажу вина, которые стоят 590 шекелей. Для неизраильтян, чтобы вы понимали, это около, что там у нас получается, 120, да, 115 где-то евро бутылка. Вот такая Ярден 2000 года. Вот ее соседки 550, 2001, 2002 уже бы стоит 490, а 2009 290. Так, мы заказали пасту. Помидорки шерри, чеснок, листики базилика и тертый пармезан. Так, и заказали такой салатик из помидорок шерри. Итак, мы выходим из ресторана Фрида. Это винотека с легкой закуской. Вот. Ну, из того, что вы видели, мы взяли себе карпаччо, кстати, из баклажана отсутствовало, который мы хотели заказать. Вот, мы взяли спагетти. Ну, это не спагетти, а такая паста, да? И взяли салат из помидорок шерри. Все это нам стоило вместе с бутылкой французского вина 183 шекеля. На самом деле, вино очень вкусное. Общая оценка этого питейного заведения, как по мне, 3.5. То есть, до четверки не дотянуло из 5, чуть-чуть выше троечки. Наверное, нам попался такой официант. Все было бы хорошо, но, увы, обслуживание в ресторане Фрида требуют лучшего. Задумка очень хорошая, еда неплохая, хотя половина из того, что было на сайте, и того, что было в итоге в ресторане, отсутствовало. То есть это чуть-чуть подкосило настроение, но да бог с ним. Вот, ну, без подробностей, это оценка 3, в лучшем случае 3,5.